Чеканный шаг и гордая осанка. Эти ребята привыкли к строевому порядку и дисциплине. Школа-интернат стала для них в прямом смысле вторым домом. 2 года они бок о бок жили в этих стенах и изучали основы военной подготовки. И вот пришло время главного школьного марша. Вперед за аттестатом. Поздравить выпускников приехали почетные гости. Ставьте перед собой самые недостижимые цели. Идите всегда вперед. Конечно же, не забывайте школу. Не забывайте своих педагогов, не забывайте находить время сюда вернуться. Церемония традиционно началась с вручения красных аттестатов. В кадетском классе 2 золотых медалиста, в их числе Анастасия Бандюкова из Калуги. Мои родители узнали об этой школе благодаря моему дяде, у которого учился тут сын, и с того времени я желала сюда вступить. Я испытывала сюда невероятные эмоции, потому что это как новый опыт, новые знакомства. Поддержать Настю приехала ее мама Татьяна. От лица родителей она поблагодарила всех педагогов и обратилась к выпускникам с напутственными словами. Мы очень хотим, чтобы вы были счастливы, всегда здоровы, красивы, амбициозны и успешны. Среди выпускников много ребят, которые приехали в Химки из разных городов России. Тимофей Савченков родом из Брянска. Еще в 9 классе он понял, что хочет учиться только в кадетском корпусе. Мама спросила у меня, хочу ли я стать кадетом, рассказала об этом учебном заведении. И недолго думая, я согласился. Во-первых, здесь прививается дисциплина, стойкость. Здесь есть режим, который также дисциплинирует людей, и в дальнейшем с ним становится намного проще. Самый трогательный момент выпускного вечера – прощание с кадетским знаменем. На прощание со стандартом. Колено преклонить. Быть кадетом непросто, так говорят сами выпускники. Дисциплина и жесткий распорядок дня, который у кадетов всегда расписан по часам. Не каждому школьнику такое по плечу. Конечно же, бывали моменты, когда идет период адаптации, когда ты являешься воспитанником, и тебе нельзя возвращаться домой. Но это закаляет, это дает понимание того, что по-настоящему ценно. И что строгость во всем – это лучше, чем какая-либо расхлябанность. Всего в этом году 18 выпускников кадетов. Впереди у них взрослая жизнь, поступление в высшие учебные заведения и служба на благо Родины. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.